Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Певица Маргарита Суханкина долгое время хотела стать матерью, но все никак не получалось. Лишь в конце 2012 года она смогла исполнить собственную мечту, усыновив двух малышей. В этом материале мы решили рассказать, как живут дети Маргариты Суханкиной сегодня. Путь к усыновлению. Маргарита Суханкина рассказывала, что пришла к решению усыновить детей после долгих раздумий. Когда женщина поняла, что не станет матерью естественным путем, начала думать о суррогатном материнстве и искусственном оплодотворении. В итоге женщина решила, что в мире достаточно детей, которые живут без родителей. Так в ее голове появилась идея об усыновлении. Конечно, подобный процесс требует немало времени. Не получится сегодня решить усыновить малыша, а завтра привезти его домой. Но певица была готова на все. В итоге она объездила немало детских домов в Москве и Подмосковье. Но своих будущих малышей увидела по телевизору. В программе Тимура Кизякова «Пока все дома» была рубрика, в которой показывали малышей, нуждающихся в родителях. Маргарита рассказывает, что буквально прикипела к брату и сестре Сереже и Лере. Несмотря на то, что изначально хотела взять одного ребенка, решилась на двоих. Ведь их нельзя было разлучать. Судьбоносное решение. В то время Суханкина жила в гражданском браке с композитором Андреем Летягиным. Вначале он поддерживал решение певицы усыновить малышей, но время показало, что мужчина был не готов любить их как родных. У Летягина была дочь от первого брака, которую он обожал, так что женщине пришлось делать выбор, и она решила расстаться с мужчиной. Сегодня Суханкина говорит, что это было самое правильное решение в ее жизни. Конечно, самой воспитывать детей нелегко, но исполнительнице помогают ее родители. Дети Маргариты Суханкиной сегодня. Изначально Сергея и Леру пугали громкие звуки, и еще они постоянно боялись, что вновь окажутся в детдоме. Однако сегодня ребята превратились в полноценных членов общества. Они поверили, что их любят, а Маргарита стала для своих детей не только мамой, но и лучшим другом. Сегодня Лере 10 лет, а Сереже 11. Они ходят в частную школу, а также посещают немало кружков. Парень любит спорт, для него во дворе повесили баскетбольное кольцо. Девочка занимается танцами и верховой ездой, а также очень любит петь. Интересно, что изначально Маргарита не говорила детям, что она популярная певица. Она хотела быть для них просто мамой. Но друзья им все показали, ведь Суханкина периодически мелькает по телевизору. Дети восприняли эту информацию вполне нормально. Сегодня говорят, что им нравятся мамины песни. В свое время биологические родители Сережи и Леры говорили что-то о возвращении родительских прав. Но дальше угроз дело не зашло. Позже стало известно, что их родная мать умерла. В общем, теперь можно смело утверждать, что счастью этих ребят ничего не мешает.